Мальтийский суд отклонил апелляцию скандально известного азербайджанского миллиардера Мюбариза Мансимова, марионетку Фетуллаха Гюляна, возомнившего себя врагом президента Турции. Как пишет Мальта Тудей, суд оставил в силе решение мальтийского арбитражного центра об исполнении решения своего лондонского коллеги по иску азербайджанской государственной газовой компании «Сокар» к международной холдинговой компании «Палмали». Согласно информации, с тех пор, как Мансимов был арестован в Турции в 2020 году, его судоходная империя стала мишенью кредиторов. Отмечается, что государственная нефтяная компания Азербайджана потребовала исполнения решения лондонского арбитража 2021 года о принуждении Мансимова к выплате 240 миллионов долларов компенсации за несостоявшееся совместное предприятие с Палмали. В 2023 году лондонский арбитражный центр отклонил апелляцию Мансимова и обязал зарегистрировать арбитражное решение на Мальте. Мансимов подал апелляцию в Мальтийский апелляционный суд по поводу проигранного дела, утверждая, что ему было отказано в справедливом слушании связанного с ним дела в Лондоне.